Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 142. Распилить бревно пополам стоит 10 рублей. Сколько надо заплатить за то, чтобы распилить бревно на 5 частей? Представьте, бревно нужно распилить на 5 частей. Сколько распилов нужно сделать при этом? 4 распила. Поэтому, если распилить пополам, то есть распилить всего один раз, это будет 10 рублей. А нам нужно будет распилить 4 раза, чтобы получить 5 частей. Значит, нужно 10 умножить на 4. Получаем 40 рублей. Нужно распилить 4 раза, чтобы получить 5 частей. Ответ 40 рублей. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!